В общем, ребята, плохая новость, короче. Неприятное событие. Кончились дрова. Спать можно на полу. В ход пойдет дедовский диван. Спасибо деду, как говорится, не только за победу, но и за тепло. Так, механизм, что нам с ней делать? Ломать? Ну, конечно, можно открутить, но это не наш конек. Что тут на 8? О, она откручивается, слава богу. Так, ты все вообще откручивается. Спасибо деду за победу. И за тепло. Палец нажал. Так, ну ни в какие ворота, бьем еще раз. Было-то все проще, смотрите. Откручивается. Прокручивается. Держим, откручиваем. О, я тут резьбу сбил. Не пойдет. Ага, вот что надо было-то. Чуть-чуть расколоть, как говорится. Чуть-чуть расколоть. Пару раз, как говорится, крутануть. И все. Выломать. Это у нас идет куда? Правильно, на металлолом. Это идет на дрова. Главное не перепутать. Металлолом, дрова. Мы имеем раз, два, три, 4, 5. Слушай, это такая фанерка неплохая, это можно заставить. Ладно, сожжем. 6. Мы имеем вот ни много ни мало, вот столько дров. Сейчас подкинем в печку. Чтобы как-то убрать теперь эти замазки, я решил все тупо еще капитально прокрасить. Взял краску без запаха, без цвета. Как она там называется? Быстро сохнущая. Но попозже покажу. Вот. А сейчас я вот использую малярный скотч, дабы цвет у меня хоть какой-то остался. Ну и как бы приятно будет, что окно будет чистенькое, красивенькое. Вот я подготавливаю его. Последний момент, ну я просто нанесу краску, потом помою окна, когда высохнет с этой стороны, и собственно будем жить, боялись. Если я что-то не делаю неправильно, пишите в комментариях, я, как говорится, буду учиться. Ну не умею я налеплять малярный скотч, ну а что поделать, стараемся как можем. Но я хочу эти швы маленько закрасить. То есть со всех сторон, как бы, краска, она тоже служит теплоизоляции. Если где-то какие-то микротрещинки я пропустил, вот, то я их сейчас прохожу кисточкой, и краска как бы проникает в самые щелочки, тем самым создает как бы дополнительную теплозащиту. Подоконник был такой весь старый, я тут не стал молотком стучать, собирать это все пылесосом. Я решил просто нанести еще слой на старую краску. Не знаю, правильно это или неправильно, но просто на улице холодает, и вот в одну раму, как бы, вроде дом уже прогрелся, но откуда-то тянет. Ну и скорее 95%, что сразу станет, как бы, тепло будет держаться. Стены прогреются, подвал прогреется. Будет отлично.
кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя. Купил такую специальное ведро за 80 рублей, какой-то раствор химический. Сказали разводить водой. Вода техническая, в чайнике, значит, горячая водится. Но это ядовитая штука. Начинаем помаленьку лить водичку и размешивать. Сказали, должна быть примерно однородная масса какая-то. Ну, пробуем. Мой раствор получился такой какой-то слегка, ну, начал мазать, ну, прямо текет и текет, капает. Загуглил сочетание песка и глины правильной консистенции, получается четкий раствор. Возможно, на этот, как говорится, песочек ходил в туалет наш Рыжик. Ну, это не страшно. Ну, кстати, густеет уже по-другому совсем. Главное, как говорится, не переборщить. Так что делаем все постепенно и размеренно. Я, конечно, печник от Бога, сразу говорю, в жизни не держал вспателя. Как там это все делают? Наверное, как-то вот так. Эти щели я хотел замазать. Не знаю, правильно или нет, но я потом размажу, конечно, это все. Так, как бы вот, оп, собираем. Я, ну, начинаю учиться работать спателем. Беру, так, раз, так, это подвигаю, как бы вот. Сверху она более густая, раз, и получается, где мне надо, я зафигачу. Вот так вот, раз, оп, и вот так вот, и я вот затираю изнутри, я не знаю. Правильно я делаю, нет? Смотрите, удар, там была щель, глина туда попала. И как бы вот я ее так вот как бы втираю. Вот, научился. Я тут не знал, как сделать. Я вот так беру раз, вот угол ровный, раз. Как бы что-то получается. Может, я вообще в прошлой жизни каменщиком был. Оп, пошел. Размазал. Так, лишнее подбираем. Оп. Вот так вот, соберем. Вот эта дырка мне не нравилась. Что делаю? Беру погуще, да? Удар. Опа. Залепляю. Так, подбираю. Помаленьку размазываю. Так. Еще. Здесь мне что? Здесь мне все нравится. Почти все идеально. Далее, вот дырка не нравится. Удар, замазка. Далее, замазка. Потом вот собираю вот эту штучку, да? Оп. Чтобы тут все сейчас плотно собиралось. Раз. Закрываем. Ну, она должна как-то высохнуть и, я думаю, затвердеть, надеюсь. Горячая глина моментально сохнет, я не знаю, правильно это или нет. Ну, промажу вот эти все трещины, хуже, я думаю, не будет. Печники, не осудите меня строго, я как бы еще только не волшебник, но еще только учусь. Она что-то не выключивает. Это я все как бы буду делить. Не знаю, известь хорошо или плохо, но туберкулеза точно не будет. Ну тут как-то, конечно, можно было и получше сделать. Замазал печь.
Завтра, скорее всего, в ночь побелю ее так, либо на холодную. Вот. Сейчас я все пылесосю, заметаю. Каждый день я тут мою полы и в надежде стал наводить чистоту. Купил известь. В жизни не красил. Две такие кисточки. Потом мне казалось, что-то как-то мало. Ну, в общем, задача сейчас покрасить. И надо вымонтировать вам ролик какой-нибудь. Так, ну все, понеслась. Так, вот, не буду портить это ведро. Решил сюда накидать гвоздей, в общем. Топор, молотки. Это все держать. Потому что тоже вот на столе гвозди. Там 5 видов гвоздей. В общем, весь этот строительный утварь пусть здесь. А поскольку я не знаю, сколько мне чего и как надо по извести, да, я рискну разводить его здесь. Вот, мало будет, у меня 2 килограмма, поэтому поехали. Короче, так, я решил, я сейчас красил аккуратно. Если вдруг что-то кого-то, я и полы нахрен покрасил. Ну, вот так получилось. Так, что мы делаем? Мы берем известь. Я думаю, тут сколько квадрат? 1 квадрат, 2 квадрата, 3 квадрата, 4, 5, 6, 8 квадратов. Не знаю, будет много-мало, но, в общем, прямо сейчас с вами, прямо здесь запускаем, короче, этот процесс. О, порошок. Так, пробую лить. Много лить не буду, дабы не испортить, да? Начинаем мешать вот этой палкой. Да. Я помню, мама в детстве говорила, эта краска я уже залил, что помню, она ее все время мешала. Чем-то вот мешала. Так, знаю, что надо это развести. Вот эту дрянь. И чем сказали меньше, короче, воды, тем будет все белее. Ну, я тот еще, короче, этот. Так, это тоже я мочу тут. Вот, вымачиваю. Чуть-чуть. Откуда бежит? Дырявый, что ли? Не могу понять. Да нет, не дырявый. Наверное, так заливал. Если было бы дырявый бы, консистенция была бы, короче, белого цвета. Ой, простите за мой внешний вид. По-домашнему. Уа! Так, известь, не известь. Россия, родина моя. В общем, тут фактор 2 пьет. Ну, вроде вот все разбилось, да? Ладно, вот эту консистенцию штуку я не знаю. Так, хотел я что-то тут поделать. Я принес вот пылесосик, потому что я уже устал там что-то делать. Собирать пылесос. Я сейчас, короче, все пылесосю каждый день. Тут мою, брою. Забито. Короче, сосет так себе. Непонятно почему. Сосал вроде хорошо. И еще вчера сосал вроде хорошо. Ну, может, фильтр промыть забитый. Да, ладно, под это. Ну, вот есть у меня водица, да? Моем фильтр. Ну, что-то тут зацементировалось случайно. А, может, не подготавливал. А, сейчас пробую. Я не думаю, что тут из 3 капель у меня током хочет грохнуть. Да? Проверяем, вставляем. 5 тяга должна быть. Ну-ка. О, ядреный чебосок. Сосет как... Нормально. А, я нашел, в чем дело. Замазка была. Огромная замазка. Поехали. У-ху. Аллилуйя. Да-да-да-да-да-да. А вы аллилуйя.
Что мне надо сделать? Зачем я это взял? Это мне надо для вот чего. Гвозди. Опа! Соточки. А нет, соточки были до этого. Я не знаю. Вот это были, наверное, 200, да? Но если по сантиметрам я... Фу, так... Ну, в общем, вот еще гвоздички. Оп. Пусть так будут гвозди. А мелкие пусть там в пакетах лежат, да? Или еще гвозди. Ну, конечно, бы их сделать в ящик. В ящик там раскидать. Ну, просто задолбали они меня. Вот. И есть у нас теперь бумага, самое главное. Начнем с этой центральной стены. Маленько вот такого вот постелим, да, постелим. И попробуем сейчас белить. Еще раз мешаем. Руками я туда не полезу. Не знаю, может надо перчатки, может не перчатки. Но, фиг знает. Пробуем так, короче, как есть. Пока что. Ну, конечно, густоватый почему-то. Ой. Наверное, надо его то, что есть, короче. Давайте попробуем кисточкой. Почему она такая не белая? Вот это мне непонятно. Кто сказал, что можно кисточкой? Наверное, ну не такая белая, как краска. Наверное, дело в чем? Правильно. Сейчас долбанем еще извести. Наверное. Я еще тот этот известковый парень. А, она еще и с водой. Нифига себе. Так. Так, ну, вот эту всю я штуку туда выкидываю. Я-то думал порошок, а нифига. Короче, это какая-то... Блядь, простите. Так, ладно. Вот эту известь я сейчас соберу. Сначала рукой. О, нормально идет. Как зубная паста. Иногда бывает в узбечке майонез так, а там маленькую-маленькую дырочку сделать. Давишь он как, бах, и улетает. Так, ну и вот так вот эту известь я сейчас замазываю по свизаку водичку. Так, вот она моя палка о двух концах. О, а теперь какая, а нет, уже прямо такое, ого-го. То я сейчас руки только помою. Уже прямо нормально. Ну, в смысле, уже такая. Ну, не сказать, как сметана, но как сливки точно. Как блины, блины. На дискотеке. Так, все. Мне ни хера не все. Миксер надо было взять. Ноу-хау от Семена Зорова. Тряпка половая, все равно что затирать. Оп! Так. Ну, пробуем. Может, надо воды сейчас уже долить. Фиг его знает. Для начала хочу попробовать вот этой родной штукой, известковой. Блин. Ну, теперь она уже это,
Нифига не это. Такая. Я бы не сказал, что она супер белая. Блин, да что такое-то? Что я делаю не то? И почему тогда она не прокрашивается? Может, ее мало? Что-то я, наверное, не то делаю. Подскажите в комментарии, друзья, товарищи. Короче, маляр от Бога, беру кисточку. Поехали. Во, кисточка надо. Короче, я понял. Надо просто на 150 раз это делать, и все будет нормально. Ну, наверное, на несколько раз надо белить. Я-то не знаю. Я вот помню, мне мать, короче, я трубу красил, что-то раз, в моменте белый был. Ты что, неправильная известь какая-то? Вот я там тоже там замазывал, сразу в моменте белый-белый. Белли-белли было, а тут что, ну как-то фиг узнает. Вообще-то завтра мать приедет, надо было спросить у нее. Чего это, из-за чего и почему? От чего и почему? Ну, в общем, один раз я подойду все-таки. На всякий случай. Что там падает-то, а? Вот, я делаю маленько. А, и пол извести падает, да? Ну, вопрос. Много я сделал или мало? Ну, если много, то почему она такая не белая? Вот это белли-белли, это почему? Известь. Тому, кто мне эту известь продал. Ну хотя вот так же цвет, вот белли. Почему она не мазка? Так, может, там что-то я, может, не то делаю. Не знаю. Какая-то черная становится. Ну ладно. Так, может. Не понимаю я. Вроде идея была хорошая, но получилось как всегда. Все капает почему-то. Непонятно почему. Ну давай пока на расу пройдем, повторим что ли. Вот мать мне все время раствор делала, классно получалось. Что я делаю с известью не так? Не понимаю. Затер хотя бы, да? Может быть, завтра еще надо слой нанести? Потому что, да, я вот грязь размазываю. Я понял. Тут тоже затираю. Затирка идет. А потом уже известью и дрян батон. Ну, тут все просто. Как оказалось, Семен Семенович. Вот, идет затирка. Еще раз смачиваю. Так вот и затирочка. Не надо тут ничего падать. Все вот здесь как бы. Вот так. Во! О! Белее было! О, бля. Моем руки. Умываем руки. Хорошо. Добро, кабан. Добро. Добро, кабан. Коли я не умею это делать, что я тогда умею? Я умею повымыть. Я сейчас это все отодраю, короче. И никто не заметит, что тут накосячился. И посмотрю в ролик, какого хрена, как побелить вообще. И что произошло там. Да? Да. Это собираю, привезу в библиотеке, знаете что.
Так, это я вот техническую штуку. Хотел сегодня еще одно окно сделать. Уже время 9 час. Ни хрена не успевает. Так, в первую очередь, что правильно? Тапочки. О! Тапочки не буду. Потом все на машинке. Поехали. Армейская закалка. Ничего. Говорят, известь отстирывается. Тут-то что у нас? Тут краска, да? Там-то откуда-то все. Вроде получается. Так, сейчас повощу тряпку, делаю еще раз. Да достало это, блин, уже охота жить. А у меня все, короче, какая-то это. На одном месте топчусь. Ну, раз, два, три. Три, пять. Фу. Короче, три окна сделал из пяти. Ну как, завтра их надо промыть, эту раму воткнуть. Короче, задвинуть, ну, завтра я, наверное, сниму. Дальше я обнаружил, что там дует, стену надо поклевать срочно. Потому что сейчас 2,5 градуса, скоро придет минус 40, как бы, и будет уже печалька. Короче, дорогу заметает, короче, все. Я буквально последние дни езжу на машине. Сейчас придется вот с этими санками ездить, тарамканиться. Так, что выкинуть, что оставить? Я не знаю. Я запутался. Бросить все до завтра? Тоже вроде как непонятно. Собака. Пылесос домашний весь ухайкал. Ладно. Был пылесос домашний, стал пылесос не домашний. Топор только вот протереть. Господи, камаха, ну что такое все? Это что надо все облепить, наверное, какой-то кленкой на? И взять пинбол с белой краской, и как дать по этой печке? Мой еще надо. Так, все, короче. Ну какого хрена носки-то в краске? И дрен батон, а? Ладно, вон есть носки. Пора в сапоги надевать. Так, тряпку замачиваю. Я не знаю, я, короче, все. Сегодня я, работа не идет. Завтра приеду с утра. Как бы, если бы это все было нормально, я бы принялся генеральной уборки. Но мне это, как бы, уже убивает, эта печка. В смысле, печка классная, но хочу сделать ее тоненькой какой. Нормальный. Не такой. Ты не такой. Так, все.